Спасти деревья, сэкономить воду, электричество и не выбрасывать бумагу. С таким лозунгом в Нижнекамске прошла акция по сбору макулатуры. И дети, и пенсионеры помогали сберечь природу. Школьники ходили по домам и просили ненужные газеты и журналы. Клеили на подъезд такие бумажки, то, что собирают макулатуру. И сегодня по магазинам ходили, там картонки нам в магазине давали. Мы набрали 206 рублей и купим на него тортик для нашего класса. Собирали макулатуру в трех точках перед Бызовским рынком у ворот 12 и 20 школы. Благодаря акции «Отходы в доходы» было собрано более 1 тонны макулатуры. Хочу поблагодарить население города за активное участие в акции. Организаторами мероприятия выступили детский эколого-биологический центр и фирма «Мабека». Обещают, что через полгода акция повторится. Зульфия Галимова, Ренат Харасов, новости НТР.